Всем привет! Сегодня будем замораживать вишни без косточек на зиму. Для этого нам понадобятся вишни и булавочка такая вот для удаления косточек из вишни. Еще удалять косточки можно разными способами. Смотрите по ссылке. Берем досточку, которая по размеру поместится в нашу камеру для быстрой заморозки. Накрываем ее пищевой пленкой, чтобы не испачкать соком. Отставляем ее в сторонку. Берем наши вишни, какую-нибудь мисочку для косточек. Теперь берем булавочку и, собственно, извлекаем косточки. Берем вишенку, и вот здесь, где был хвостик, вставляем туда булавочку стороной, которая не там, где застегивается, а вот здесь, где кружочек. Косточку вытащили, а вишенку вот так и ставим на досточку дырочкой кверху, чтобы не вытекал сок. Ну вот, косточки из вишен я удалила и разложила вишенки на расстоянии друг от друга. Теперь отправляю их в камеру быстрой заморозки. Замораживать будем до полного затвердевания. Прошла ночь с того времени, как я поставил вишню в морозилку. Вот так они хорошо уже замерзли. Будем их расфасовывать в пакетик. Вот такие у нас вишенки. Целенькие, красивые. Благодаря тому, что дырочка только сверху, весь сок остался в вишне. И вишни сохранили всю свою полезность. Все витамины остались в нашей вишенке, поскольку мы использовали камеру быстрой заморозки. Так как все вишни отдельно у нас друг от друга лежали, они сохранили свою форму, и теперь мы их будем пересыпать в пакетик. Вот такие у меня пакетики есть специальные для замороженных продуктов. Если нету такого пакетика, можно самый обычный взять пакетик, сложить туда вишенки и завязать плотно. Поскольку вишен у меня на досточке поместилось немного, я их подкладываю все в один пакетик. Быстренько перекладываем, чтобы они не успели размерзнуться. Ну, вишни у меня уже все в пакете. Теперь я вот так вот их разравниваю, чтобы было удобнее хранить в морозилке. Меньше места тогда не занимаю. И застегиваю плотно вот этот зажимчик на пакете. Все. Вот такие вот у нас вишенки. Удобно хранить. Они в один рядочек. Хорошо замороженные. Переношу их в морозилку. И буду использовать для всевозможных пирожков, вареников. Очень удобная такая начинка. Вот и все. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Пусть вам будет вкусно!